А любовь девичья не проходит нет. Пока бабушки поют песни, дети вовсю играют с клоуном, прыгают на батуте и бегают на веселых стартах. В 12-м микрорайоне отмечают праздник в честь наступающего дня семьи, любви и верности. Здесь считают, что дети – главное в семье, а потому и площадок для них сделали больше. Это не первый праздник двора, такие здесь устраивают регулярно. Ну, во-первых, у нас дети не все могут попасть в лагерь, это раз. Во-вторых, наши бабули, они тоже не могут куда-то поехать далеко, вот даже на ту же набережную. Поэтому мы стараемся здесь вот в зоне отдыха, что-то сделать такое комфортное для них. Такие праздники стали постоянными благодаря поддержке общественного совета. За 2 года работы он показал свою эффективность. Жители стали ближе к тем, кто может решить возникшие у них проблемы. С вопросами они могут обратиться не только в строго отведенное время, а тогда, когда помощь и совет действительно необходимы. Люди не только пользуются общественными приемными, не только пользуются возможностью вот такого праздника, как сегодня. И сегодня будут подходить, и сегодня будем решать вопросы. Но и также, поскольку организация, которой я работаю, находится в нашем микрорайоне и районе. Люди также могут в любой день прийти. За прошедший год при поддержке общественного совета в 12-м микрорайоне в своей любимой зоне отдыха провели почти 40 дворовых праздников. В этом году обещают не сбавлять обороты. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.